В общем, смешной анекдот номер 9. Ну, такое непростое. В общем, ну, два так молодых охотника приходят к старому бывалому охотнику и спрашивают у него, а как, ну, охотиться на медведя правильно. Ну, и этот бывалый охотник, он заикается, в общем. И такой, значит, говорит, да, там, ну, есть свои хитрости. Но главное, первое, не бояться. А второе, очень важное, это нужны хорошие балоневые штаны. На двойной резинке. Чтобы резинка была хорошая, нормальная. Чтобы штаны не спадали. Вот. И значит, идешь в лес. Ну, бабы, вычисляешь, где берлогово медведя. И, короче, на следующий день, утром, приходишь туда и палкой туда, в эту, ну, большой длинной палкой, туда ему, короче, берлогу тыкаешь. Ну, понятно. Ну, все. Пока что все понятно. Ну, тыкаешь палкой в берлогу, вычисляешь, где берлога, да. Ну, там, где листья примяты, это, да. Да, все правильно. И палкой туда, в берлогу тыкаешь, и медведь вылазит и начинает на это рычать и идет на тебя. В этот момент ты делаешь три шага назад и рукой в штаны и когда он подходит, близко, прям говном ему в морду. Понял? Понял. А где говно-то возьму? Говно будет, ты не переживай. Так что вот. Такой анекдот. Ну, я думаю, ты кто охотник, тот поймет, о чем я. Ну, не более. Не сильно, когда там медведь на тебя ломится. Все планы заканчиваются. В общем, все.